подведены итоги конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Республики Татарстан». Из более чем 200 участниц финал вышли 10 девушек. О том, кто стал победительницей, смотрите в нашем следующем сюжете. Самые красивые и талантливые девушки Татарстана собрались на одной сцене, чтобы завоевать корону и титул красы студенчества. Традиционное дефиле, визитка, творческий номер и интеллектуальный блок. Участницы демонстрируют таланты в самых разных областях. По итогам конкурса обладательницей титула стала студентка Института управления экономики и финансов Казанского университета Лейсан Тагирова. В творческом номере она проявила таланты в рисовании, написала автопортрет. Рисовала, соответственно, у меня еще параллельно играла музыка, я как-то пыталась провести параллель между музыкой и изобразительным искусством, то есть ассоциировала цвета, допустим, красный ассоциируется с скрипкой, там синий с барабаном и тому подобное, вот, и в итоге звучала полная композиция музыкальная, и я показала свою работу, которую нарисовала в течение вот 2,5 минут. К слову, ранее Лейсан Тагирова получила титул первой вице-мисс в конкурсе «Мисс КФУ 2020». Очень классный конкурс, на самом деле я там получила такой колоссальный опыт, такой пласт знаний в плане дефиле, поведения на сцене, вот, и вот я считаю, что это прям основная школа, и она помогла мне очень вот в этом конкурсе. Среди 10 финалисток «Красы студенчества» отметились и другие представительницы Казанского университета. Выпускница Института международных отношений Юлия Алешина, ставшая второй вице-мисс, а также Рамиля Галиудинова, студентка Химического института имени Бутлерова, которая завоевала титул «Мисс Оригинальность». Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.